Львовская школа номер 27 с 1 октября 2023 года. Официальный побратим Сивашской школы номер 2 из Херсонской области. Делегации из поселка Сивашская в прошлом году даже удалось приехать лично с дружеским визитом. Гостям провели экскурсию по школе. Здесь же оба директора подписали соглашение о сотрудничестве, которое стало началом настоящей дружбы. Львовская школа с удовольствием помогает своему побратиму. Мы делали ярмарку, наши детки делали сувениры, продавали их на эти денежки. Мы купили им для юной армии специальные костюмы. И вот они 19 мая этого года вступили в юную армию и одели эти костюмы. 10 июля представители школ пообщались в формате телемоста. Тему видеовстречи посвятили недавнему празднику – Дню семьи, любви и верности. 8 июля был праздник Дня любви, семьи и верности. И мне хочется поздравить вас и ваших близких с этим днем. Желаю вам никогда не забывать, как много значит для людей семья. Я желаю вам и вашим близким любви, здоровья, а самого главного – мирного неба над головой. К поздравлениям присоединились и ученики школы. Специально к телемосту они подготовили тематические поделки – яркие ромашки, символы праздника и красочных бабочек. Теплые слова поддержки и добрые пожелания для коллег из Херсонской области сейчас очень важны. Сегодняшний телемост – это большая значимость не только для нашей школы, но также и для Херсонской школы. Мы, конечно, не можем к ним физически доехать в связи со сложившейся обстановкой такой, но их вот эта вот связь и наше общение и для них, и для нас много значит.